Итак, в эти минуты Владимир Путин выступает на Красной площади. Слушаем. Для тех, кто живет в тысячу километров от него, от этого города, дорог для всей нашей огромной страны. Такое отношение к Москве понятно и объяснить. Ведь это столица нашей Родины. Ее многогранное, величавое олицетворение. Один из красивейших городов мира, поражающий своим великолепием, достоинством и самобытностью, своим неизменным притяжением и древней священной простотой. В следующем году Москве исполнится 870 лет. Эта дата символизирует множество важнейших событий отечественной истории. Но прежде всего, определяющую роль Москвы в собирании Днепрогорска, в становлении и укреплении российской государственности. Всего за 2 века после своего основания, как небольшого княжества, Москва превратилась в державную столицу, сплотившую вокруг ее колоссальные территории. С тех пор Россия и Москва понятия неразделимые. Все мы чувствуем это коренное единство. Оно утверждалось на протяжении столетий. Через преодоление тяжелейших испытаний и достижений, через блестящие победы. В решающие периоды истории Москва становилась настоящей твердыней, защищающей отечество. А Россия всегда стеной стояла за Москву. И то, что мы отмечаем праздник любимой столицы на главной площади страны, еще одно яркое подтверждение, что Москва – достояние всей России, всего нашего народа. Ее первозданность и блеск седин органично сочетаются с динамизмом мегаполиса мирового уровня. Здесь остро ощущается не только связь времен, но и энергичный ритм сегодняшнего дня, устремленность в будущее. С каждым годом Москва преображается. Городская среда становится более комфортной. При реконструкции башен, стен, площадей, бульваров, прежде всего учитываются интересы москвичей, как гостей столицы. Совершенствуется транспортная инфраструктура. Сегодня, как вы знаете, открыто Московское центральное кольцо. Активными темпами идет и строительство новых станций метро. Москва наполнена созиданием творческим поиском. Открывает каждому человеку большие возможности для развития или роста. И одновременно требует современных знаний, навыков, постоянного напряжения сил, неустанной, качественной и эффективной работы. А москвичи достойно держат эту высоту. Рождаются новые планы. Находят воплощение самые смелые идеи. И все это благодаря людям, работающим в столице, благодаря их таланту, трудолюбию, дерзости и щедрости. Правильно вас. С днем города, Москва! Это была прямая трансляция с Красной площади, где выступал Владимир Путин. Он посвятил свою речь Дню города, Дню Москвы. Сегодня день рождения у столицы России.